Металлурги и шахтеры АО «АрселорМиттал Темиртау» вручили детям необходимые для школы подарки. Сотрудники компании посетили детские дома, школы-интернаты и общественные фонды. Мероприятие прошло в рамках республиканской акции «Дорога в школу». В начале сентября представители компании «АрселорМиттал Темиртау» оставляют свои производственные площадки, чтобы уделить внимание самому ценному, что есть на свете – детям. Ежегодно компания присоединяется к республиканской акции «Дорога в школу» и оказывает спонсорскую помощь в приобретении канцелярии и учебных принадлежностей на новый учебный год для воспитанников детских домов и школ-интернатов. Так, специалисты компании во главе с директором по ремонтам АО «АрселорМиттал Темиртау» Сергеем Былинкиным побывали в гостях у воспитанников соцдетской деревни Темиртау. От лица наших коллег поздравить ваших подопечных. Значит, с началом учебного года пожелать, конечно, хорошей учебы вам, чтобы ваши знания воплощали в жизнь и приносили пользу нашему государству, вашей любимой родине. Не только дети, но и руководство учреждения были рады столь своевременной помощи. Ежегодно наша детская деревня получает поддержку от руководства «АрселорМиттал» в рамках республиканской акции «Дорога в школу». И сегодня от всех маленьких жителей нашей деревни позвольте выразить вам благодарность вашей заботе. Наши дети участвуют в республиканских акциях. Наши дети посещают художественную школу, и ваша помощь как раз-таки как никогда нужна сегодня нашим детям. Для «АрселорМиттал Темиртау», как социально ответственной компании, участие в акции по сбору детей в школу стало уже доброй традицией. В этом году без подарков не оставили воспитанников школы-интерната колледжа Осакаровского района и пионерского детского дома. От лица компании необходимые для школы принадлежности вручил директор по производству по второму переделу Евгений Хицко. В качестве подарков для детей «АрселорМиттал» предоставил рюкзаки, канцелярские принадлежности, значит, и так далее. Вот. Ну, думаю, что это работа важная, нужная, значит, и мы будем регулярно ее продолжать. Первым пунктом маршрута стала КГУ школа-интернат колледжа Сакаровского района. На сегодняшний день здесь обучается и воспитывается 72 ребенка. Из них 15 ребят из детского дома. В ходе визита представители компании «АрселорМиттал Темиртау» поздравили ребят с новым учебным годом и подарили им школьные принадлежности и красочные рюкзаки. Воспитанники и руководство учреждения были довольны и рады таким полезным подаркам. Очень благодарны руководству «АрселорМиттал» за оказывая уже традиционную постоянную помощь, за плечо, которое они подставляют нашей организации. И думаю, что те подарки, которые вы сегодня привезли, они действительно помогут нашим детишкам не только лучше учиться, но где-то даже и социализироваться в дальнейшем. Спасибо вам большое. Мы очень благодарны вам за вашу благотворительную помощь, да и всего самого лучшего. Далее представители компании отправились с подарками в КГУ «Пионерский детский дом». Руководители детского дома провели ознакомительную экскурсию по учреждению, рассказали гостям о достижениях воспитанников, показали тренажерный зал и учебные кабинеты. В свою очередь директор учреждения поблагодарил гостей за заботу о воспитанниках и участие в их жизни. Это огромная помощь для деток и радость для деток, что есть люди, которые переживают за них, заботятся, приезжают, поздравляют, общаются с ними. Новые люди, новые общения – это очень социализирует наших детей. И, конечно, огромное большое спасибо за такую работу, за такое доброе сердце, отзывчивость ради наших детей. А наши дети – это будущее нашего Казахстана. Для всех ребят подарки стали приятным сюрпризом. Дети с огромным интересом рассматривали и выбирали их. Акция «Дорога в школу» стала настоящим праздником для ребят. По словам организаторов, детский смех и улыбки – самая большая благодарность. С детским домом для детей с ограниченными возможностями в развитии угольный департамент АО «АрселорМиттал Темиртау» дружит уже давно. В этот раз с наборами канцелярских товаров к ребятам приехали директор угольного департамента Арман Калыков и начальник отдела по управлению персоналом Роман Лагунов. Каникулы – такая пора, прекрасно, но, к сожалению, быстро кончается, начинается новый учебный год. Ваша задача какая? Ваша задача – хорошо учиться. Поэтому, чтобы вам было это легко, мы сделали вам такой подарок, вам школьные принадлежности, краски, чтобы вы могли спокойно учиться, чтобы вы ни в чем не нуждались, тетрадки, канцелярские товары.
Как признаются сотрудники учреждения, приятно, что работники предприятий угольного департамента – частые гости ребят. Стараются регулярно оказывать им внимание и поддержку. Каждый год на 1 сентября, на Новый год мы с вами дружим. Вы всегда к нам приезжаете, делаете нашим деткам подарки. Наши дети очень довольны. В рамках акции «Дорога в школу» наборы школьных принадлежностей со всем необходимым для учебы от АО «АрселорМиттал Темиртау» получили и маленькие подопечные общественного фонда «Асыл Ана». На сегодняшний день по всей Карагандинской области на попечении фонда состоит 2600 семей. Это семьи с детьми с ограниченными возможностями, неполные семьи, получающие пособие по утере кормильца, а также многодетные семьи, те, в которых от 6 и более детей. Подарки – это всегда приятно, и это было видно по улыбающимся лицам ребят. Детям города Шахтинска вручили подарочные сертификаты на покупку канцтоваров в рамках республиканской акции «Дорога в школу». В отреставрированном компанией «АрселорМиттал Темиртау» в Центральном парке города Шахтинска 5 семьям были вручены сертификаты на приобретение канцелярских товаров на сумму 15 тысяч тенге. Такой подарок компания сделала в рамках республиканской акции «Дорога в школу». Сертификаты дети получили из рук директоров шахт. Не ожидал, конечно, что такой подарок мне подарит. Я вообще в шоке была. Ну, спасибо большое. Спасибо за что такое, что вручили сертификат. Всего в этом году подобные сертификаты вручат 50 семьям из социально уязвимых слоев населения. 20 сертификатов рассчитаны на ТО «Оркен», 15 сертификатов на стальной департамент и еще 15 на угольный департамент компании «АрселорМиттал Темиртау». Кристина Кириченко, Андрей Буховский. Новости Темиртау.